Всероссийскую акцию о принятии законопроекта «Дети войны» поддержали ивановские коммунисты. В воскресенье традиционно у памятника Ильичу собрались те, кто считает необходимым ввести новую льготную категорию для родившихся в период с 3 сентября 1927 по 2 сентября 1945 года. У противников законопроекта именно даты, определяющие границы категории, и вызывают сомнения. На самом деле даты совершенно не принципиальны. Тут принципиально другое. Принципиально выделить ту категорию граждан, которые после войны активно работали, родились во время войны или незадолго до войны, которые поднимали страну после войны, но при этом оказались совершенно без льгот. Напомним, прошлый депутатский состав облдумы принял законопроект в первом чтении и обозначил сумму льгот в 365 рублей ежемесячно. Новые избранники народа проект отложили на полку, вызвав у коммунистов негодование. Представители общественной организации «Дети войны» говорят, что уже недовольны и той, по их мнению, подачкой, что предложили законодатели. Льгота должна быть не только введена, но и увеличена. На уровне Государственной Думы из федерального бюджета должны выделить по 1000 рублей всем ветеранам, всем детям войны, которые действительно были на 22 июня 1945 года. Уже в 16 регионах по всей стране приняты законы о детях войны. Иваново, по мнению коммунистов, ничем другим городам не уступает. В регионе проживают 18,5 тысяч граждан, которые подходят под категорию, названную красными, люди без счастливого детства и обеспеченной старости. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.